Замерзшее озеро. Мне нравится эта глава. Давайте поиграем. Лагерь Аслана у каменного стола. Это за замерзшей рекой. Так далеко. Это целый мир. Ты думал, он совсем крохотный? Ну, поменьше. Так, начинаем проходить. А, вот здесь нужно мне спеть песенку, видимо. Убирайте вот этого отсюда. Опять-таки 12 статуй. Питер, ну что же ты? У тебя же меч. А, здесь, наверное, нужно как-то отправить туда Люси. Сейчас выбьем здесь проход. Да. И она туда сбегает. Так. Где ты там? Давай. Подходи по одному. Денежку собираем. Что, медленно рубится? Конечно. Тихо, тихо, тихо. Что за танцы? Эй, куда стреляем? Все приходится делать за них. Встали и стоят. Что такое? Сюзан, неплохо получается молотить дерево. Что? О, нет! Как же меня эти упырины раздражают, а кто бы только знал. Горло мы противные. Так, тут еще эти самые орлы против нас кидают сверху камушки. Летят, летят, валим, валим. Дайте кто-нибудь сердечко, что ли. Так, надо снять стрелка. Ой. Ой, 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 ой. Задело. Да куда ты стреляешь? Пробили тут мне пробоину такую на льду. Что творят? Гады. Так, ну что же делать-то с этим вот? Слушай, объединиться. Ну, кстати говоря, вот эти камни тоже вредят.
врагам там таким нашим. Есть. Прорубаем себе дорогу. Отвлекайте там пока, да-да. Фига себе. Оставшиеся двое задумались такие, не стоит туда ходить. Так, берем Сьюзен. Что там такое происходит? Вот же их понабежало так как много, да? Ну давайте, разгребайте тут маленько. Так, мне их надо как-то вот убрать. Вижу, вижу, куда стрелять. Да блин. Паразиты. Заколбайся так. Ну что, мы их убрали? Отличненько. Они бегут до бесконечности. Так, вот там для Сьюзен есть еще работенка. Ну что такое-то? Пострелять надо. Нет, не сюда. Отвлекаем, отвлекаем. Есть. Так. Что там? Пойдут одни упыри, наверное. Быстренько тушим. Ну что такое? Зачем стреляешь из лука-то? Ох ты, черт! Какой сюрприз вылез тут. Это тот, который провалился? Давайте его сюда отвлечем. Иди сюда. Давай, давай. Так, и быстренько, быстренько тушим. А, нет, еще, еще. Да что она делает, паразитка? Как оно зажглось-то опять так сильно? Давайте, идите все сюда. Главное вот того здорового сюда привлечь. Давай, давай. И держите его. Чё пришли-то? Задерживайте его. Вот же народ-то, а. Смотрите, что творит. Душа. Надо кого-то забить, чтобы сердечко дали. О! Давай, давай, шугай сюда.
Ирина проломиться на другую сторону. Туда, быстрей! Ой, что это подо льдом? Так, сейчас всех их перебьем. У нас идет время. Собираем монетки. Здесь статуя еще одна. Восемь из двенадцати. Ну, что же вы? Сколько вас тут еще? Дополнительно 30 секунд дали. Так, движется у нас плотина. Бобёр её протолкнул. Всё, пошли дальше. Нет, нет, нет. Так. Аккуратненько идём. Всё, это контрольная точка. Ох ты, чёрт, как вас дофига. Берём время. Ну, статуи пока долбанём. А то забуду потом. 10 их из 12. Так, еще монетки. Ну что, ты последний? Да. Снова берем Люси. И пошли. Опасная дорожка. Что-то тут совсем узко стало. Ой-ой-ой. Перешли. А, отличненько. Дополнительное время обязательно. Гады. Ого, какой кабанчик пожаловал. Куда ты драпанул-то? Что их тут всяких мастей уже полно. Быстренько их сейчас заколбасим. Может, не быстренько, конечно. Но заколбасим. Рвануло. Я собрала все статуи, отлично. Хоть это радует. Так, кабаняра. Тут у меня уже время заканчивается. Блин, 30 секунд, ладно. Еще монетки. Так, ты последний остался, что ли? И стрелки у нас еще.
А, нет, он бежит. Убираем стрелков. Ну, куда он целится-то? Какой-то тут заблудился. Чувачок, все, прошли. Внутрь! Выходите, выходите. Надеюсь, вы хорошо себя вели, потому что к вам пришли. С Рождеством, сэр. Это, конечно, Люси. Я рад, что ты здесь. Подарки! Вот сок огненных цветов. Одна капля залечит любую рану. Сьюзен, вот возьми этот рог. Ты только дунь, тотчас же придет помощь. Спасибо. Питер, скоро это очень тебе пригодится. Запомните, это совсем не игрушки. Используйте их с умом. Да здравствует Аслан! И с Рождеством! Спасибо, сэр! Спасибо, сэр! Спасибо, сэр! С Рождеством! Четыре щита. Ну, наверное, надо было Сьюзен где-нибудь поиграть на свирели. Ну, я как-то отвлеклась от этого момента. Так, еще раз нам объясняют, какие подарки они получили. Подаренный лук. Да, неиссякаемый запас стрел у нас теперь. Супер. И рука с слоновой костью. Львиный коготь. Здоровье. Напиток не кончается. Отлично. В общем, у нас тут прикольные такие бонусы появились. Ну и у Питера меч. Великая река. Снова немножко фильма. Наша дорога тает. Нужно идти. Быстро! Убираем Люси. Первое ее задание. Так, а сейчас работа сюда. Ну что ж тут столько волков-то? Я думаю, что их всех тоже не стоит перебивать, потому что они будут появляться заново. Главное выполнить свое задание, несмотря на их количество. Питер, ну давай, тебе же меч подарили, я не знаю, что ты не пользуешься. Thank you.
монетки. Чиха-чиха-чиха. Кусаются. Собираем статуи. Ну, здесь вот всего 4. Вот они. Последняя. Питер, ну давай. Я в тебя верю. Так, еще разочек постреляем. Волки куда-то уходят под лед. Побеждаешь их, они так чик, проваливаются. Заколебали, нет, честно. Нет смысла вообще их перебивать всех. Так, а теперь на время. Быстро стреляем. Бегом! 12 секунд. Быстрее, быстрее, быстрее. Так, опять поплыли мы. Ну не опять, вернее, там мы ехали-то на чём? На тоже на льдинах же. Катались просто. Чёрт. Ух ты. Здоровья-то нет нифига. Ладно, доплыли до контрольной точки. Ну, уже мне тут не до щитов, потому что жестко вообще кидает из стороны в сторону. Тут надо очень заморачиваться, чтобы их собрать. Бац. Ладно, хоть там здоровье подобрали. Ну, я и не думала, что я, конечно, пройду это все за раз, потому что несет здесь, конечно, вообще мама не берет. Щит мы тоже не взяли, да и ладно. Здоровье пипец как мало. Потопил нас предательский орел. Бабац. Что, пока вроде так. Плывем как-то. Нет, все равно где-то стукается. Ну что же он прямо вот на меня-то бросил?